Слово «дорога» в русском, да и в белорусском языках предполагает двоякий смысл, как инфраструктура для движения и как само движение, путь, по которому развивается тот или иной процесс. И вот в этом втором значении слово «дорога» имеет для Стима не только свою цену, но и свою ценность, многократно выросшую за 25 лет. Причем она не только в машинах и механизмах, но прежде всего в людях, здесь работающих, настоящих профессионалах, без которых не было бы столь качественного результата. Нам 25. Это большущий праздник. Совсем немного людей 25 лет назад сегодня стоят в этом строю. С тех пор мы существенно выросли, конечно, нас гораздо больше. И то, что мы прошли путь такой длинный, такой большой, такой непростой временами, это, конечно, заслуги тех людей, которых начинали эту работу. А сегодня у нас здесь стоит огромное количество людей, и даст Бог, будет еще больше. Наш путь от гаражного производства, от маленького гаражного производства, где работало 5 человек, до сегодняшнего коллектива с большим количеством разных заводов, разных направлений. Это все заслуга нашего коллектива. Действительно, за четверть века предприятию «Стим» удалось кардинально разрастись, многого достичь благодаря слаженной работе руководства и коллектива. А потому и торжество по случаю юбилея получилось таким громким и ярким. И не зря девиз компании с мировым именем гласит: «Мы знаем про разметку почти все». Это еще раз подтверждает грамотный подход руководства плюс таланты коллектива сотрудников. Этот тандем, который выстоит при любых условиях. За руководителями стоит коллектив. Они делают предприятие своим трудом. «Стим» – это не только сегодня предприятие с его производственными площадями. Это живой организм. Поэтому как живому организму Бог помощь. Скоро уже будет 15 лет, как я работаю в компании. Начинала со специалиста по кадрам, пришла в компанию практически молодым специалистом. Вот, и карьерный рост вот у меня закончился, не закончился, надеюсь, еще, на сегодняшний день замдиректора. А почему выбрала компанию? Потому что компания для меня интересна своими взглядами, своими целями, своими стремлениями, своими ценностями, своими идеалами. И за все практически 15 лет ни разу не разочаровалась. То, что меня сегодня отметили, это было сюрпризом. Я не знала, что это будет. Очень приятно. И, конечно, я это заслужила. Вот. Очень много сделано. Очень много людей, которые работают в компании, привлечены в том числе мной. Очень многие карьерные треки, которые выстроены, не сделаны с моей помощью. Очень приятно, но неожиданно. В данной фирме я работаю более 12 лет. В фирму я пришла совсем случайно, работала в бухгалтерском подразделении, бухгалтером была. Ну, так сложились обстоятельства, что в данной фирме, конечно, очень легко и хорошо работать, очень сплоченный коллектив. Такого я не встречала на всех предприятиях, в которых я работала. Ну и, соответственно, дальнейшая карьера моя продолжается. Хочется, чтобы мы не одну пятилетку так встретили группы компании «Стим», чтобы наше предприятие только разрасталось, процветало. Ну и дальнейших успехов нам всем. Желаем держать брестскую марку, быть первыми во всем, что вы делаете, и новых достижений.